Второй международный тихоокеанский театральный фестиваль приближается к финалу. Из обширной программы зрителю осталось увидеть три представления. Сегодня фестиваль угощает современной хореографией. Спектакль по скрипт – это амбициозный проект, в котором хореографы воплотили свои творческие замыслы с ведущими солистами Большого театра и звездой современного российского балета, уникальным танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Концепция вечера – четыре балета, четыре разных стиля. Завтра на сцене театра имени Горького будет показан спектакль «Игры королей». Это постановка Ереванского государственно-русского драматического театра имени Станиславского. Спектакль о непомерной жажде власти и готовности пойти на все ради ее достижения. Ну а завершит программу этого года спектакль-концерт Евгения Миронова. Выдающийся артист современности, идейный вдохновитель нашего фестиваля, выйдет на сцену в проекте «Шекспир, Шостакович, Гамлет».